Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки. Данное видео адресовано более молодым, я бы сказал, даже начинающим рыболовам. Хотел показать, как привязать крючок, самый обычный, с ушком. Не с лопаткой, а с ушком. Бывает два вида крючков. То есть, здесь вот как здесь у меня с ушком и с лопаткой. В принципе, они все очень хорошо вяжутся, даже однотипным узлом. Ну, первый, это самый основной узел, даже которым я пользуюсь постоянно. Берете крючок, берете леску. Леску какая, какую вы выбрали, в зависимости от диаметра той рыбы, которую собрались ловить. Берете крючок, вот он. Жалом смотрите, чтобы он смотрел на вас. Продеваете леску в ушко. Вот леска у вас прошла. Вот так вот. Далее делаете петельку. Также зажимаете пальцами, вот здесь двумя пальцами, большими и указательными. Далее обворачиваете вокруг крючка, вот, раза 3-4, достаточно, раз, два, три, четыре. И вот этот кончик лески продеваете вот сюда в ушко, то есть заводите его сюда, вот, пропускаете. И тянете вот этот кусок, остаток лески наверх, а вот этот вот уже нижняя основная леска, которая у вас, вы ее пропускаете вниз, то есть затягиваете петлю. Таким движением, на это со временем выработается. Вот так, затягиваете петельку. Аккуратненько тянете вниз, все. Узел готов, узел очень простой. Вот. Я им пользуюсь, в принципе, везде, на всех рыбалках. Самый основной мой узел, самый легкий. Вот. Лишнюю леску, соответственно, отрезаете. Ножницы. И вот этот вот кусочек, который остается у вас на леске, лучше, конечно, подпалить немножко. Оплавить. Узел готов. Ничего сложного, все самое простое. Это первый вариант. Есть еще второй вариант, который я пользуюсь, но это, как правило, уже на больших крючках использую их, и для ловли живца. То есть берете уже там, допустим, тройник, да, тот же самый, живца ставлю, тройник, двойник. Можно также пользоваться и этим узлом на одинарных крючках, но на одинарных крючках есть одно маленькое условие. Если здесь вот на этих крючках резко проскочить некуда, здесь запаяно и деться некуда, то на одинарных крючках здесь надо смотреть, чтобы вот этот конец проволоки был плотно прилегал к основному крючку, к цевью. Вот. Сейчас даже на одинарном покажу, как он вяжется. Берется также, вот, пропускается с этой стороны. Леска, которую используете. Вот, пропустили, оттягиваете ее, сюда чуть-чуть побольше берете, растягиваете, вот, далее делаете петлю, вот так, петельку, сюда заводите петельку, вот эта петля должна уже прикасаться к основной леске, которую будете вязать. Вот петля, я пальцами зажал здесь, нахлёст. И также пропускаете раза 3-4. Только уже здесь, через эту леску. Раз. Второй раз. И третий раз. Ну, как правило, 3-4 раз пропускает, вот, достаточно. Вот. Здесь уже просто отпускаете, вот, на самую затяжку она идет. Все, пошла. Затягивается. Соответственно, узел готовый. Вот, не получилось. Сейчас еще раз покажу. Ой.
повторю, единственное, что могу сказать, на леске это все гораздо удобнее, быстрее вяжется, нежели чем на капроновой нитке. Вот. Чуть подпалить. Ползается. Все это долго. Пускаете сюда. Крючок уводим вниз. Петельку. Петелька на пальце лежит. Сюда раз. Два. Три. Затянули узел, затяжку, подтянули кушку, обрезали лишнюю леску, подпалили кончик, все, узел готовый. Вот этим узлом я пользуюсь также при сборке уже непосредственно кормушек. Я им, бывает, собираю карабины, вертелюшки, привязываю к леске именно таким узлом. В принципе, все. Два самых простых узла, которые я использую. Которые, я думаю, тем рыболовам, которые только начинают путь, будет наиболее интересен. Вот. В принципе, все. Так, больше чего рассказать в этом видео не могу. Ну, в начале каждого сезона вот заготавливают. У меня есть там несколько мотовил там. Постоянно под разные условия, под разные виды рыбы ловлю. Привязываю крючки в начале каждого сезона. Там, если это осень, это уже на хищника вяжу. Если весна, лето, то это лещины. Весна, карась, плотва, соответственно, и так далее, и тому подобное. В принципе, все, что я хотел сказать в этом видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас буду снимать другое видео по поводу снаряжения поплавочной удочки. Все, всем пока, удачи, удачных рыбалок.